Доброе утро! Сегодня 4 апреля, и с вами я, Камила Хакимуллина. Неделя в самом разгаре, а это значит, что мы продолжаем рассказывать вам об интереснейших событиях нашего города. Внимание к сюжетам! Спектакль «Меркай и Айсылу». Меркай приехал с Урала, где работал, в родную деревню, забрать любимую Айсылу. Зато и ухаживает горбатый Гариф, который решает отомстить паре, натравив на них еще одного ухажера, красавицы авторитетного Замира Даули. Тот обвиняет молодых во всех грехах. Не выдержав позора, девушка сходит с ума. Интересный намечается вечер. Поклонники театра, сегодня точно ваш день. Смотрите еще один сюжет об увлекательном спектакле на татарском языке. Спектакль «Студенческий договор». Всем, кому всегда за 20, посвящается. Главные герои, четверо друзей, отправляются на заработки. Сроки поджимают, и нужно сдать объект вовремя. Но что же делать, если у них каникулы, а значит свобода и любовь? А там, где дело касается любви... Но какой бы выбор ни сделали герои, как бы эти четверо ни чудили, над всем стоит их дружба. Разве это не замечательно? Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи!